Всем привет, с вами снова Миха Дарк Драгон, и мы продолжаем проходить Estranged Act 1. И в предыдущей серии мы, к сожалению, не смогли попасть на поверхность. Но спустились в еще более интересное местечко. Это очень смахивает на какую-то подземную, то ли лабораторию, то ли чего. Ну, немножко так. Ну, что-то в этом есть, конечно. Что если мы сюда пойдем? Зачем я вообще сюда пошел? Вот, ребят, вы мне скажите, что я тут забыл? Ага. Ну, видимо, нам сюда и надо. Фонарик у нас нету. Так что будем ходить в полной тьме. Замечательно просто. И загрузочка. Загрузочка в начале уровня. Ой, в начале записи. Это всегда радует. А мы продолжаем. Да, фонарик у нас не работает просто. О, неужели поверхность? Да! Поверхность! А я уж не думал, что я выберусь. Это прикольно. И куда же я сейчас приду? Я надеюсь, я приду к людям, а не к зомби. Хотя, мне кажется, к людям это очень маловероятно. Еще я хотел увидеть день в этой игре, потому что я сколько хожу, но до сих пор еще ночь. Оп, оп, только не падать. Давайте возьмем с собой лампу, потому что с фонарем не работает. Но главный герой решает по-другому, а мой не нужен фонарь. Так, нет, сюда нам точно не нужно. Куда же нам? Вот так вот надо. Ага, все, вижу. Вижу пещеру. О, фонарик. Замечательно. Полный боекомплект фонарика. Это как не кстати нужно это нам в темной и опасной пещере, которая ведет, вы не поверите, какой-то странной двери под названием RQE Corporation. Система безопасности. China version. Так, коробки нам не дают пройти. А тут какая-то баня была. Ребят, смотрите, как сколько тут пара. Что у нас тут вообще за этим? А, ну давай подъем наверх. Но я хочу посмотреть, что у нас вот здесь. Ага, спряталась аптечка. Ведь, знаете, ни одна вещь не уйдет от моего взгляда. Вот просто вот я вижу еще одну аптечку. Ням-ням. Вижу батарейку, которая летает в воздухе. Это очень интересный эффект. Такой, наверное, тоже сейчас в лаборатории, который позволяет вещам просто вот парить в воздухе. Это очень интересно. Ой, Кляйнер! С радостью. Я посмотрю, мужик, я посмотрю. Ну, ты, кажется, Кляйнер. Хоть что тут забыл Кляйнер вообще? Нахуй тебе что-нибудь выпить, что ли? Okay. может быть, посмотрим. Там ничего нет. No. А что это такое? Да, требуется ключ, говорят. Это, конечно, отлично, но... Я же никак не смогу пройти дальше. Без какого-то там ключа. Так, сюда нас тоже просто не пускают. Это странно. А смотрите, вон ключ. Лиам Джонс. Life Sample Security. Короче,
Это Лайм Джонс, который у нас охранник. Оп. Ну. И. Ао. You have no idea how long I've been in there. Мне тоже интересно. My name is Joel Richmond. Нет, ты Кляйнер. Wait, how did you get in here? No, it doesn't matter. Эй, эй, карточка провалилась. Follow me. We've got to get to the communications room and radio out. Come on. Нет, я без карточки не уйду. You want to get out of here, right? Я хочу. Still remember this. А, ты меня сам проводишь? Нет, хочу сюда еще заглянуть. Что тут? Something more powerful than camera. You can practice if you want. I'll be waiting at the door. Тут ничего нету. Какой стрельбище? Ты, ты о чем там вообще? Ты с кем разговариваешь? Опа-на! Автомат! Прямиком из Half-Life 2. Oh, bake sale in July? Так, а как тут стрелять? Тут, наверное, какую-то кнопочку надо нажать. Где может быть эта кнопочка? А что надо делать? Опа! Опа! Хоп! Да что ж такое-то? Эй, эй! Куда так быстро-то? Эй, кто же ты? Стоп, почему? Где? Ну-ну-ну-ну-ну! Опа! Опа! Где-где-где? Опа-опа! Еще! Я вас всех перестреляю! Да и перезарядка, блин! Отлично, мы выполнили достижение. Ой, блин, зачем я старт гейм опять нажал? Я не хотел. Все, 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 все. Я надо уходить отсюда. А почему мы уронили кувалду? Мне кажется, она бы нам очень пригодилась, или наш главный герой может искать только одно оружие с собой. Это very интересно. Пошли дальше. You finished? Great. Let's move on. Давай. It's funny, isn't it? They could have easily used a card reader here, but no. You've got the weapon. After you. Погоди. Надо собрать лут. Как в Дейзи каком-нибудь. А теперь пойдем. Какой-нибудь зомбак вылезет, это 100% просто. Не, загрузка. Надо фонарик порубить. Или у меня он вырублен? Не, фонарик нам не нужен. Фонарик пускай копится на темные времена. Да, вроде все спокойно. Что-то тут как-то странно. Даже очень спокойно, ну вот кроме этой картины, которую, я не знаю, специально повешена, чтобы люди становились психически больными. Давайте на счастье. Да, я думал, он не разобьется, если честно. Еще! Ай, блин, нельзя больше. А вон там можно. Я хочу достижение. Я хочу достижение! Пустите меня. Пустите меня, а то я буйным стану. А чё достижения не дали? Эй! Отлично. Круши, ломай, убивай. Тебе не больно? Ой-ой-ой. Great. Let's see how we can solve this. Ну... Тут дверь есть, а, которая не открывается. А еще тут можно вот так сделать. Миша, я какая башка. Пошли. А как ты запрыгнешь сюда? Ай! Ну ты явно сам нападешь, тебе просто, как сказать, анимации не хватит. А я вот пойду, интересно, тут можно с водичкой поиграть? Нет, нельзя. Давай, проходи. А давайте я сейчас включу. А, не буду включать. Ты мне еще профессор понадобишься. Ты реально какая-то лаборатория секретная. Hang on, let me check something.
Давай. Аркё. Буду называть лабораторию Арка. Арка. Damn it. The generator is close to overheating. We need it to be stable to use the communications equipment. Ты по картинке понял, что тут как-то что-то не включается. Ах ты ж, ептер СТ. I can't do anything until their workstation is logged out. Can you go on up there and see if you can unlock it? Попробуй. You'll have to go up two floors. I'll meet you in the communications room. It's on the same floor. Попробую. Только я ничего не запомнил, кроме как сверху куда-то идти. Не суть. Пустите, я хочу проверить, что там. Ну там полезного я в принципе ничего не вижу, так что... Ну тут какая-то пыточная камера, видимо, была, я не знаю. Либо тут просто навсего лечили зубы вот такими вот методами, которые мы сейчас видим перед собой. Да что ж такое все падает-то, как будто я какой-то, блин, не знаю, мега-человек. А, вы что, меня закрыли, что ли? Эй! Эй! А, откройте! А, открыто. Здесь все закрыто, смотрите-ка, ребят. Прям заблокировано все. Прям какая-то лаборатория какой из Resident Evil. Thank you. Наверх. Ой-ой-ой-ой-ой. Ах ты ж, ёхтер, гидрит моя рева. Опа. Ни хрена ж себе, давайте фотку посмотрим. Не, я хочу фотки посмотреть. Погодите, ребят. Мне интересно вообще все, что все на этом компе, ну-ка. Кот. Прикольно. Это, видимо, кот, которого... Кот вот этого человека, который тут работал, скорее всего. Такой милый котик, смотрите какая, ребят. Да, прикольно. Прикольненько такая функция, можно полазить по компу, посмотреть. Блин. Ай, какого хрена тут делает кот? Кот, какого хрена? Это все прикольно, по-моему, это видео повторяется, ладно. Электронная почта. Я видел, как ты разобрался с менеджером. Ой, а тут все по-английски. Блин. Ну, очень понятно, мы с вами ничего не прочитаем из этого всего. Может, какой-нибудь тут код еще есть, мало ли. Давайте посмотрим. Так, нет, ничего нету. Не, меня порадовал этот комп просто. Замечательный комп. А здесь моя ачивка. На выполнение такого задания, прикиньте, вы выполняете такое важное задание для человечества, задание для человечества выполняете важное, и тут... И вы начинаете кликать кнопочки, чтобы достать все эти баночки ради какого-то достижения. Это будет выглядеть очень глупо. Why? Wait. Почему подождать? Вот почему мне ждать надо? А, куда пойти? Давайте мужской сходим, мы все-таки мужчина. Тоже мужчина. И таз. Не знаю, для чего там таз. А в женском у нас... В женском у нас нет женщин. Это странно. Куда податься-то теперь? А я вроде все уже. Везде... А, нет, вот сюда, здесь не был. Погодите, а что мне тут делать надо? Мне сказали наверх идти вроде как. А наверху я ничего интересного в это и не вижу. Кроме как туалетов этих офисных зданий. Что мне и как делать? Security нужно что-то отрубить там, по-моему, было. Это очень интересно. Значит,
Да я никак не пролезу, это очевидно. Ну, хорошо, я просто не знаю, что делать, я поеду вниз. А еще ниже не получится? Опа, еще ниже можно, это хорошо. Правда, у меня какое-то плохое ощущение, что мы сейчас просто подохнем в этом низу, блин. Ай, нет, нет. Откуда? Стой! Стоять! Твою мать! Зашибись просто. Фонарик. Фонарик! Берись! Да что ж не берется фонарик-то, ребята? Да бери фонарик, мужик! Все, отлично взял. Что у нас тут? Как мне сюда пройти? Мне очень хочется туда пройти почему-то. Там очень много полезностей. А, опустите! Блин. Как же туда пройти-то? А, смотрите, там какая-то вентиляция есть. Так. Ага, вот, вот, вот это, вот он тайник. А, как мы его разобьем? А, вот так вот. Главное сейчас только не задохнуться, блин. Если мы сейчас с вами задохнемся, это будет очень печально. Ага. Так, в какую сторону мне плыть? Не задыхайся. Вот это рай, вот это рай полный. Игровой рай просто. Сейчас мы с вами наберем для фонарика. Патроны наберем. И будем жить счастливо и с фонариком. Brandon Flowers was here. Брэндон Цветок был здесь. Ну, Flowers это, видимо, фамилия. Так, а что там? Понятно, нас туда просто не пустят. Ну, я тут ничего полезного не вижу, ребят. Куда же мне туда надо? Я вроде же все обшастал. Давай, давай, давай. По-моему, надо просто уже выбираться отсюда. Не нравится мне это место. Глядишь, электричеством шибанет еще. Так, ну тут, по-моему, разветвление было, насколько я знаю. А, замечательно. Мы все-таки правильно шли. Я не знаю, что нам делать. Так, ну он говорил, нам наверх надо было. А, еще же есть высший этаж. Про это я ничего не знал. Давайте съездим повыше еще. Прекрасно. Зимняя картинка. Куда же нам тут надо будет идти еще? Надо было с собой взять профессора этого, блин. Он бы тут сразу все нашел. Grow your seed.
Я бы, конечно, взял с собой профессор, но у него нет этих, как его называют, скриптов. Он просто может где-нибудь застрять, и все. Ой. Так, электронная почта. Ну, пойди все на английском. А, нет, смотри, на русском. Мистер Вард, ваш пес Алекс идет на поправку. У него хорошая реакция на лекарства, которые мы ему давали. Вы можете забрать Алекса в понедельник. Спасибо, Джуди Фернанд. Серьезно? Хей-хей-ой, там опять на английском пошло все. Ну, ладно. Консоль генератора. Алекс. Алекс. По-русски, по-русски получится у нас? Алекс. Эй, синий экран смерти. Какого хрена? Я ж... Can you hear me? The да. Power went out on your floor. I don't know if you can hear this, but the generator is stable now. I'll wait for you in the communications room. Just keep going, you'll find it. Ребят, я не знаю, что я сделал, но тут синий экран смерти появился, и я думаю, я что-то, может быть, неправильно даже сделал, ну или правильно. Замечательно просто все, все отрубилось. Так, а куда мне надо будет идти сейчас? Ай, лифты-то не работают. Просто прикольно. Клаус. О, ачивка. Блин, тоже не работает. Хочу ачивку. Зомби Нео просто. Я в него, наверное, всю обойму выпустил практически. Так, не знаю, почему я хочу взорвать эту бочку. Блин, музычка прикольная. А на улице темный вечер за окном. Блин, я ж тебя стрельнуть хотел уже. There you are. Follow me. It should all work now. Давай, пошли. Профессор, куда ты нас привел вообще? Фига себе, тут лаборатория. А холодильник у тебя тут случаем нету? All right. I hope someone hears this. This is Professor George Richmond of the ArcWest Testing and Research Facility. We are dealing with a localized outbreak and require immediate medical and military assistance. This is an automated message from ARC Corporation. Well, that's weird. There has been a safety breach. Mandatory curfew. They override the loop buffer? Please remain inside. I'll clear it, just to be sure. Что-то тут не так, профессор. There's nothing there. The message isn't coming from here. Как не здесь? I wonder where on earth it's coming from. Unless, no, but that was decommissioned. There's a very old satellite station on the other side of the island, but it hasn't been used since the 70s. Да что ж такое-то? It must be. Only that transmitter's powerful enough to jam the signal. We've got to get there. Maybe through town. I think we can. We've got you two, Corey. Эх! Open up! Quick! Да идите в нахер! Shaft, go now! Давай быстрее! Get to the satellite! Ааа! Быстрее! Да что ж я не могу присесть-то? Быстрее! А ты! Профессор! А ты узнаешь про второго? За мной погоня, за мной погоня! А мы и убежали с вами, прикиньте, мы с вами убежали. Не найдут они второго. Никогда. Идемте дальше. Блин, музычка прикольная. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Саундтрек прикольный здесь, конечно, такой. Так, ну здесь в старых добрых тазис Half-Life, наверное, что-то надо сунуть в этот вентилятор, не? А, ну, видимо, нет. Клоус! А, бочка.
Я знаю, что с тобой делать. Эх, ты ж не дрить твою налево. Угадай-ка еще раз. Отлично. Какая-то угрожающая музыка заиграла. Ой-ой-ой-ой, что-то меня FPS просил от такого количества ящиков и коробок. Электронная почта. Пойди все на английском, да? Пятница. У тебя в пятницу будет смена? У дочери соревнований... Чего? У дочери... Соревноплавание, жена сказала, нужно идти. Ну, можешь заменить меня? Спасибо, а Джоно, Дэйв. Нельзя ли перевести часть коробок на склад Аркаист? Говорят, нам еще привезут, но здесь и так нет места. Да еще. Да и что еще за большие ящики с припасами? Я говорил об этом с Джеффом. Они ведь должны забирать некоторые наверх, хоть иногда. Дэйв. Что-то неладно здесь творится. Закрыть. Опа, еще один компьютер. У тебя пятница будет смена? А, ну это же было. Берегите окружающую среду. Распечатывайте это письмо только, если это действительно необходимо. Ну, в общем, спам обычный. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ребят, давайте сейчас на этом моменте мы с вами... закончим, а то я думаю, сейчас что-то будет очень страшное и затянутое. Давайте, ребят, всем пока, удачи, подписывайтесь на канал. Спасибо, что посмотрели это видео, я вам очень благодарен. Всем пока.